это продолжение вашего письма, Николай. Из его списка интересов как груши Сварову. Как черенки будут заказывать у вас, может сложить пакет несколько семян Сварова. С уважением, смотрите. И здесь предупреждаю. Вы, наверное, знаете не меньше меня, что Сварог наполовину – это гибрид. Наполовину принадлежит генам уссурийской груши дикой, а половину – какому-то культурному французскому сорту. Получилось неплохо. Молодые деревья в жару дают достаточно вкусные семена. Ну, а потом, скажем, годом урожаи растут, радоваться надо, но вкус падает. Я рекомендую, да, продаю. У меня их много, этих семян. Я продаю их для подвоев. Для подвоев цены нет. Но если для Сибири, я считаю, надо крайний случай, на советскую грушу привать, то вы живете в Йошкар-Оле, вот там уже можно 40 как подвой. А если вы хотите его взять в работу, как будущий один из супругов, супермородостойкий, и его скрестите, все-таки семена выписывайте, не шутка, а семена, скрестите его еще с каким-нибудь французом, вот, что будет. Ну, жизни хватит, давайте, желаю удачи. Это молодое дерево сварога у соседа, лично я садил. Правда, у соседа, видите, что-то карабится, это моя. Вот так он выглядит, сварог.